Роль моря в культуре была важна на протяжении веков, поскольку люди воспринимают море противоречиво, как могущественное, но бесмятежное, красивое и в то же время опасное. Реакцию человека на море можно найти в таких формах искусства, как литература, искусство, поэзия, кино, театр и классическая музыка. Море появилось в литературе, по крайней мере, со времен древнегреческого поэта Гомера, который описывает его как винно-темное море. В своей эпической поэме «Одиссея», написанной в 8 веке до н.э., он описывает десятилетнее путешествие греческого героя Одиссея, который изо всех сил пытается вернуться домой через море после войны с Троей, описанной в «Илиаде». Море – одно из самых удивительных чудес природы. Оно бывает спокойным, ласковым, даже чинным, а бывает грозным и опасным, и хранит в себе много неизведанных тайн. Великие поэты XIX века – Пушкин, Лермонтов и Жуковский – нередко в своем творчестве обращались к образу моря. У Александра Сергеевича Пушкина образ моря встречается в нескольких лирических произведениях. Образ автора выступает наравне с образом моря, причем оба образа даны в развитии и взаимодействии друг с другом. Особенно ярко это прослеживается в произведении, которое названо «К морю». Море интересно автору и как хранилище истории, принявшее всего эона великих мира сего. Например, в стихотворении у него появляется образ Наполеона, который был сослан на остров Святой Елены. Однако внимание поэта больше привлекает образ его творческого кумира, выдающегося английского романтика Байрона. Море – это то, что роднит, сближает русского и английского поэтов и приближает Пушкина к его идеалу. У Пушкина море – законченный образ-символ, а стихотворение «К морю» является одним из наиболее значимых в теме свободы и вольности. Пейзаж и стихии в произведениях литературы могут являться символами для творчества поэтов и писателей, которые придерживались романтического направления в литературе, было характерно использование образов-символов. Именно в творчестве Лермонтова образы моря и стихии являлись как раз символами. В стихотворениях его морская стихия предстает изменчивой, то спокойной, с туманом голубого моря, с лазурью воды, то буйной. Удивительное богатство образов и мотивов дарит нам русская литература. Среди них наиболее любимыми и поэтичными всегда были и остаются образы моря и кораблей. Они являются своеобразными символами вдохновения морской славы России и высокой мечты. Ведь именно лучезарность моря, синева его многочисленных оттенков, стала основой для богатейшей палитры красок поэтических и лирических произведений, связанных с морской тематикой. Поэтому произведения начала XX века, на долю которых выпала такая нелегкая творческая доля и сама трагическая действительность и судьба, очень часто обращались к образу моря. Раскрывая тему моря и кораблей, у писателя начала XX века нельзя оставить без внимания потрясающей, наполненную любовью к морю, поэтические строки Валентина Катаева, который всю свою жизнь хранил верность морской тематике. Удивительными образами кораблей и прибрежной красоты морского пейзажа были наполнены его стихи о море. Образ моря широко используется в иностранной мировой литературе. Например, в произведении Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», в которой описывается классическая история выживания на необитаемом острове, основанная на реальной истории. Дефо, как настоящий журналист, описывал своего героя и его окружение в мельчайших деталях. И в то же время позволял читателям проникнуть во внутренний мир Робинзона и давал представление о том, насколько ужасна и захватывающая жизнь на необитаемом острове. Широко используется образ моря в романе Германа Мелвилла «Моби Дик», который был создан в 1850-х годах и считается величайшей из когда-либо написанных книг о море. Мелвилл рассказывает историю фанатичного капитана Ахава, жаждущего отомстить Моби Дику, кашалоту Альбиносу, который во время предыдущей охоты потопил его судно.
Полное завораживающих персонажей и леденящих душу описание моря, эта книга оставляет неизгладимое впечатление на всех, кто ее прочтет. Французский писатель Жюль Верн писал о космических, воздушных и подводных путешествиях еще до того, как были изобретены самолеты и подводные лодки. Он является вторым по количеству переводов автором всех времен после Агаты Кристи. Классика, которая захватывает воображение, даже сегодня написана им. «20 тысяч лет под водой» – один из лучших романов об океане. Повествует о приключениях капитана Немо. Роман прославляет свободу океана и гений человеческой изобретательности. В 1952 году вышла одна из последних книг Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», которая стала самой культовой и повествует о личном триумфе после сокрушительной потери. Это который короткий психологический роман, привнесший Хемингуэю Нобелевскую премию по литературе, выдержал испытание временем и стал классиком морской литературы. Таким образом, мы можем сделать вывод, что образ моря широко представлен в мировой и отечественной литературе, начиная с самых первых произведений, развивался на протяжении веков и до сих пор присутствует в отечественных и иностранных произведениях как один из самых ярких образов.